На улице Киева вышли те, кто проголосовал за Виктора Януковича, победившего на выборах в Украине. Люди выражают поддержку своему избраннику. Виктор Янукович победил, но с небольшим отрывом. Международные наблюдатели полагают, что воскресные выборы были честными. Однако Юлия Тимошенко, проигравшая президентскую гонку, не согласна с этим. Ее фракция обвиняет партию регионов в мошенничестве и угрожает начать судебный процесс по этому делу. Фракция блоку Юлии Тимошенко. Блок Юлии Тимошенко заявляет, что будет защищать право наших соотечественников в суде на честные и прозрачные выборы. Поэтому партия регионов не должна спешить занимать высокие должности. Спешайте делить посады. В украинских СМИ опубликовано высказывание Тимошенко о том, что она никогда не признает законность избрания Януковича на должность президента. Некоторые сообщили о том, что она готовит документы для подачи в суд, чтобы опротестовать результаты выборов. Результаты выборов вызывают у украинцев противоречивые чувства. Я хочу, чтобы ситуация разрешилась цивилизованным путем. Я хочу, чтобы Тимошенко встретилась с Януковичем, она пожала ему руку и поздравила его. Я думаю, что она должна принять это, иначе эта борьба будет продолжаться вечно. Вместо того, чтобы призывать людей выйти на улицы, политики должны решить наши экономические проблемы. Я считаю, что она должна, иначе Украина просто пропадет. Вы знаете, все в таком отчаянии. Ведь все, чего мы добились, пошло прахом. Не знаю. Очень страшно. Позиция Тимошенко вызвала беспокойство даже среди ее сторонников. Некоторые из них сомневаются, что утверждение о мошенничестве может быть доказано. Другие беспокоятся, что дальнейшая борьба может разрушительно повлиять на состояние финансовых рынков и таким образом нанести урон стабильности в Украине.